Мы снова собрались в этом зале, но сегодня у нас необычный концерт. Сегодняшний наш праздник посвящен Дню Матери. И называется он «А ну-ка, мамочки!». Это конкурс, поэтому в зале у нас сидит самая справедливая, самая компетентная и самая почетная жюри. Позвольте вам их представить. Итак, зауч здания номер один, Галина Александровна. Зауч здания номер два, Ольга Викторовна. Зауч по воспитательной работе здания номер два, Наталья Павловна. И наш зауч по научно-методической работе Елена Вячеславовна. Вот видите, какое у нас сегодня жюри. Оно будет оценивать наших конкурсантов. Ну что ж, прежде чем конкурсанты появятся здесь на сцене, мы начинаем, конечно же, песней о том, как хорошо всем вместе живется нам в нашем доме. Ведь школа – это тоже как большая семья. Команды есть
ставить свой, конечно же, самый лучший девиз. Жюри готово оценивать, приветствуя команд. Так, ну что ж, болельщики готовы болеть за свои команды? Кто-то болельщиков я не слышу. Ну, а теперь аплодисменты от болельщиков нашим командам. Нет, ну за такими аплодисментами команды выступать не будут. Это не аплодисменты. Ну вот, совсем другое дело. Все, тишина в зале, и мы слушаем приветствие и представление наших команд. Ну, начинаем. Команда. Дети. Девиз. Дорогие соперники, будем друзьями. Вы впереди, а мы перед вами. Команда «Дети». Следующая команда. Команда. Будут в роли мамочек, а наши учащиеся в роли их детишек. Итак, ну посмотрите, у нас праздник. Мы, конечно, украшали зал, но он недостаточно украшен. Чтобы у нас праздник был настоящий, надо еще немножечко украсить наш зал. И поэтому первое задание для наших семейных команд – это нарисовать красивую поздравительную открытку с Днем Матери, с этим праздником. Для этого здесь стоят мольберты. Сейчас три команды, вот крайние, спустятся вот сюда вниз, остальные команды останутся на сцене. Но в этом конкурсе есть одно условие. Мы же знаем, что в семье все понимают друг друга, даже не говоря ни одного слова. Вот поэтому и командам сейчас придется рисовать открытки в
полной тишине, но участвовать должен каждый член команды. Да? Итак, занимаем места у мольбертов. Там есть карандашики у всех. Условия у нас есть, рисуем в полной тишине. Ну, а чтобы нам не было скучно, потому что рисовать... Так, а чтобы вам не было скучно... А, на сын, вот, мольберт остался, да. Для нас сейчас с вами выступает дуэт замечательных двух девчонок. У них взрослая песня, дети растут быстро. Сюда вперед выходит самый маленький участник команды.
Самый маленький, вот сюда, вперед, 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 вперед. Самые наши маленькие. Маленькие, по одному из каждой команды. Так, моя замечательная помощница Алина выносит волшебный поднос. Там лежат разноцветные бумажки. Каждый сейчас из вас, да, вытащит ту, которая вам понравилась. Ну, давайте, тащите. Так, вытаскиваем бумажки. Показываем нам. Показываем, показываем. Так, вот они, бумажки. Все вытащили? Отправляемся к своим командам. Так, теперь на сцене остается только те команды, кто вытащил голубые листочки. Все остальные команды сейчас садятся на первый и второй ряд. Все дело в том, что второй конкурс у нас необычный. Для разных команд будут разные задания. Итак, команды, которые сейчас не участвуют, садятся. Садятся. А команды с голубыми листочками в руках. Три команды остаются на сцене. Где третья команда? На сцену, Людмила Алексеевна. Так. Итак, задание номер два вот для этих замечательных трех команд. Сейчас вы получите задание. Это сейчас вот все послушайте команды. Когда будете уходить на подготовку, у нас для вас приготовлен кабинет музыки. Он открыт, где можно готовиться. Здесь вот есть у нас бывшая раздевалка, там можно готовиться. И коридор возле кабинета Елены Вячеславовны. Да, мешать вы ей сейчас не будете, она с нами здесь. Итак, команды, сейчас Алина вынесет вам на подносе три волшебных листочка. Можно по одному человеку тоже выйти и вытащить любой из листочков. Так, ага, вот. Там написан текст. Ваша задача, дорогие мамочки, разучить со своими детьми этот текст. И как только закончится песня, которую сейчас здесь будут исполнять, прийти сюда к нам и прочитать его, да? Дети должны прочитать этот текст, но для этого они должны выучить его. Задание понятно? Уж как вы его будете делить? По строчке, по двери, по слову ли? Так, можно спускаться, выходить и готовиться. Слушайте внимательно, пока звучит песня. Стихи там необычные, вы все потом узнаете, что там были за волшебные стихи. Ну, а я приглашаю на сцену сюда, чтобы нам не было скучно, нашу певицу замечательную. Вы не раз ее уже видели во всех концертах, очень жалко, что она уже старшеклассница. Так, Алина, выходи. Лера, выходи. Время мы ждем, как чудо одной
ждем, как чудо, хотя должна она должна скорее сбыться. Да, жизнь зачем узнаться, откуда узнав, при встрече смогли откуда, что ты моя, а я твоя любовь, ты судьба. Сколько пришлось скитаться среди туманных миров, скитаться за тем, чтобы с тобою мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, опять прикажет судьба расстаться при свете звезд на крае земли. Во вселенной этой исчез, потерь во вселенной этой одной найти, любовь найти всегда нелегко. Но все ж тебя я ищу по свету, опять тебя я ищу по свету, ищу тебя среди чужих пространств и веков. Рядом не могут люди всегда, вместе не могут люди, нельзя любви, земной любви пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считай меня. Единственный ждем, как чудо, хотя должна она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы могли откуда, узнать при встрече смогли откуда, что ты моя, а я твоя любовь и судьба. И почетное ее место там вот здесь. Светлана Ильинична, вас ждут члены жюри. Ну, пока мы тут пели, наверное, жюри уже успело рассмотреть наши замечательные поздравительные открытки. Команды еще готовятся, у них очень трудное задание сейчас. Поэтому для вас еще одна песня. Ведь что самое главное у детей? Это же, конечно, конфеты. Все дети любят конфетки. И мы не могли сегодня обойти эту тему стороной. Итак, на сцену быстро-быстро выходим. Вот. Thank you.
сборе вкусной карамели. Будем вместе пряник, взрослые, не надо паники. Тихо. Ну, какая команда рискнет первой? Давайте вы. Тихо. Боитесь? Нет, не боитесь. Ну хорошо, что ж,
Снова на сцене наша Алина, у нее там волшебный поднос, и на волшебном подносе 3 розовых листочка. Ну, выходите, самые смелые, по одному из команды выбирать розовый листочек. Выбрали? О, там задание написано. А чтобы вам помочь, Алина раздает еще вот подсказку. Шпаргалка называется. Шпаргалка. Сейчас команды пойдут готовиться. У Алины есть немножечко реквизита. Если кому-то надо, в коридоре вы его получите. Реквизита есть чуть-чуть, в коридоре получите. Итак, команды уходят готовиться на веселый конкурс. Не боитесь, не трудно? Справитесь? Справитесь. Не забывайте только, пожалуйста, что мы должны вам поверить и узнать, кто вы такие. Хорошо? Так, ну, а нам скучно не бывает никогда. И на сцене самые маленькие первоклассники сейчас выходят на сцену. Вот, это был ансамбль «Душа».
Здорово! Музыку. Виноват, но почему-то угас дождь.
зачем теряем времечко от такого жениха? Фу! Все ты только шелуха. Наши парни молодцы, дарят милым леденцы. Я ж несчастная одна, лускать семечки должна. Семечки, семечки, идем крылечко, веечко. Вижу сеня из ворот. Ох! Всем должно хватить. Так,
Вот еще два кубика там целые. Вот там вот тут вот. О, берите реквизит. Так, Алина выносит реквизит. Дети, быстренько-быстренько сели. Вам не интересно увидеть, что делать будут сейчас ваши мамы? Быстренько выходит. Берем быстренько по тарелке. Смотрите как. Ставим на кубик, правильно. Так. Сейчас посмотрим, какие они хозяйственные. Так, ставим на кубик тарелочку. Так. Яблочко станцевать. Сейчас яблочко-то будет, только танцевать. Алина выносит яблочки, просили яблоки. Берем яблочки. Чистые, мытые яблочки. Чудесные. И последняя часть реквизита, которую сейчас принесет Алина, это ножички. Сейчас мамочки для вас, дети, почистят яблочко, потом разделят на 4 части. Всем добры. Но победит та мамочка, у которой будет самая длинная кожура. А ножички-то у нас, видите, какие необычные. Фруктовые. Маленькие-маленькие. Фруктовые ножички. Так, готовы? По моей команде. Так, раз. Самая длинная кожура должна быть. Самая длинная. Поехали. Кактусы!
сейчас несут вам медали. Медали. Медали самой дружной команде. Наталья Павловна, одеваем медали. За... Желаю
ученики! С праздником! Итак, тихо-тихо-тихо, не расходимся. Мы должны красиво закончить наш праздник. Команды сейчас по одному здесь вот спускаются и получают сладкие призы. Дети! А мы заканчиваем наш концерт замечательной песней «Романа». До новых встреч!